объясните или расскажите суть событий произошедших. У нас вот вчера брата свадьба была. Был небольшой кортеж. Я вообще был с этим, с оператором. Они снимали, фотографы, операторы, они все со мной были. Оператор попросил меня, конечно, ну, задать, как это такой момент получился, да. Ну, я не подумал, поехал по мосту. Понятно. Как вы относитесь в целом к существу данного нарушения? Я просто неосознанно, да, это сделал. Я это все прекрасно. Я так понимаю, вашего имени должно быть принесено на извинение нашим жителям, участникам. Вы же тоже здесь живете. Я прошу у всех извинений за свой нелепый поступок, неосознанный поступок. Ну и впоследствии, я думаю, мы с вами уже встречаться в виде нарушителя правил дорожного движения уже не будем.